Лучшие моменты этой встречи. Так как обзоры до этого сезона у нас протекали с музыкой, теперь необходимо комментировать обзор. Мы прекрасно понимаем, что нужно что-то такое интересное рассказать, что-то обобщить. А здесь есть о чем говорить. Слава богу. У нас было много моментов. Мы думали по сечении первых 5-6 минут, что будет... Что первый период пройдет скудно, да, мы помним, два лишь три броска у ворот Савелия Шерстнева, потом Рязань активизировалась. Но опять-таки Станислав Бережной в серьезную работу не вступал, мы с Максимом Павленко уже говорили о том, вот здесь дважды Бережной сначала здесь сыграл клюшкой и увел угрозу своих ворот, а потом уже и омские крылья поняли, что бояться нечего и нужно идти вперед и бросать по воротам Савелия Шерстнева, коли есть такая возможность. Было много сольных проходов. Александр Зайцев, пока ноги свежие, катил вперед, рисковал. У рязанцев за такие подходы отвечал и Исаак Валицкий, и Иван, кстати, Петраков в том числе. И здесь Иван Фищенко мог открывать счет, и как же здорово сыграл Станислав Бережной. Все равно мы будем хвалить обоих голкиперов за такую проведенную встречу. А она получилась крайне увлекательной и зрелищной. Зрелищной и уверенной. Вы можете, конечно, спросить у меня, как можно быть уверенным в ком-то, кто мог пропустить, да, 3-2 шайбы, например. Но, опять-таки, было очень много эпизодов, где не удалось... Где удалось, например, спасти и не сделать счет крупным. А нам повторили уже заброшенную шайбу от Вячеслава Малова. Безобидный выброс, и Малов спокойно со второй попытки счет открыл. И казалось, что во втором периоде будет рязанцам намного сложнее, поскольку мы, наверное, не раз и не два будем говорить о том, что в вторые 20 минут это гири на ногах Рязани ВДВ. Это уже какое-то клеймо, которое сегодня смогли отмыть. Рязанцы... Вот Платонов. Мы смотрим, как через его край приходили атаки. Не только в равных составах, но и в формате 5-4. И нет-нет, до атаки Рязани до голов доходили. Александр Морозов. Он открыл счет своим шайбам в составе Рязани ВДВ. Может быть, вот этот шаг, голевой шаг, в еще один сезон взрослого хоккея позволит Саше себя показать во всей красе. Ну и это на перестрелка. Александр Зайцев сразу же Омск повел вперед. После Иван Фищенко уверенно сыграл на пятачке. Ну и что дальше? А дальше Рязань... уже прошу прощения, сами заговариваемся, начала наседать на ворота Бережного, и мы говорили о том, что рязанцы стали головной болью для стражи ворот омских крыльев, поскольку по броскам переиграли, и вот она тогда казалась еще не последняя, но уже последняя и победная шайба для Рязани ВДВ. Иван Петраков, именно он сегодня в авторстве этой заброшенной шайбы числится. Все-таки по второму периоду рязанцы были намного сильнее. И вместо трех бросков они смогли нанести аж 14 за вторые 20 минут. 20-21 было перед наступлением третьего периода. И что по третьему периоду? Нам еще пока демонстрирует все то, что накопил в себе второй. Насколько был веселый период, что мы с вами имеем хайлайты вторых 20 минут. Мне кажется, прям на 20 минут. Может быть, нам вообще повторят целиком весь второй период, тоже этому я не удивлюсь. Здесь были и бега с барьерами от Руслана Алиева, и спасение Савелия Шерстнева, Лиука. Он тут толкался. Ну и дальше на пятачке серьезная борьба. Сильные эпизоды. Эта игра
не будет какой-то такой, знаете, не будет считаться вязкой. Эту встречу мы все-таки к лику ярких, насыщенных причислим. Третий период. Руслан Алиев. Он уже успел почувствовать вкус омской игры за эти 40 минут, и после второго перерыва раскрылся по-новому. Он наверняка стал одним из героев периода под номером 3, но опять-таки сегодня все подвиги голкиперов перебить очень и очень сложно. Лезли снова все равно к воротам и Никита Долгопятов, и Александр Перевалов, и старались там в третьем, четвертом звеньях ребята себя зарекомендовать. И, как кажется, сегодня молодые у омских крыльев были в огне. И, может быть, есть какие-то наработки сейчас, да, у Рамиля Вильямовича Сайфуллина, какие он итоги подведет этой встречи. Вопрос хороший. Три поражения подряд. Тяжелая ноша, которую нужно сбрасывать. Сделают ли они это во время гостевой серии или уже после возвращения в Омск? Пока же и в Олимпийском успеха здесь не смогли найти. Успех найти не смогли. Смогли прервать вот эту серию, да? Два матча из трех в Олимпийском Омск забирал. Теперь же по матчам в Олимпийском равенство. 2-2. Александр Морозов. Вот он в положении сидя. Но сегодня его положение победное. И Павел Елизаров. Этот эпизод, который готов стать этим, знаете, одним из тех, которому можно добавить вводную фразу: «А если бы Павел Елизаров попал бы в этом выходе?» Это не один на один, но позиция довольно-таки убойная для броска. И Савелий Шерстнев сегодня снова добавил проблем Евгению Владимировичу Играшину. Как будет выбирать из этой толщи хороших вратарей? Один из тренеров Рязани ВДВ. Вопрос опять открытый. И опять все сложно. Своих проблем тоже хватает Рязани ВДВ, с которыми они постараются справиться уже в матче против Зауралья. Не все выглядело, конечно, идеально, но мы с вами знаем, что победа, она в любом исполнении все равно сладка. Мы поздравляем рязанцев с успешным началом домашней серии. А мячам, конечно же, не унывать, поскольку команда боевая, способна и еще раз